Всем привет! Наташа, привет! Принимаем, короче, груз, но уже Наталья тут приняла, пока я там наверху там болтал. Короче, у нас приехала новые расцветки колясок Фу-Фу, как мы их привыкли называть. Но это сейчас немножко другой этот поставщик. То есть, видите, у них рама темнее и цвета другие. В комплектации что, нет ничего? Нет. Только идет в комплектации автолюлька. Ну вот, да, еще коврик по стандарту. А вот эти, которые у других поставщиков, у них максимальная комплектация идет. Там может дождевик, москитная сетка, чехол на ножки. Вот, дальше у нас приехали комплекты постельного белья. Постельное белье у нас тоже пока не знаем. Сейчас вскроем, посмотрим и вам покажу, какие комплекты приехали. Так, видно, видно. Вот, видите, видите, какой помощник. Охрененный. Так что это... сейчас еще скроем другие расцветки колясок. Вот этих фу-фу, как мы их называем, повторюсь. Там черные, серая, серая и голубая, синяя. Ну вот, завершаем почти уже. Все разобрали. Автолюльки, вот получается черный приехал. Джинсовый синий. Ну вот такой розовый, красный и серенький. Цена на дату съемки 11 400 рублей. Коляска Olay. Сколько, сказал, стоит? 9500 она стоит. Вот такая колясочка. Амортизация. Москитная сетка. Сейчас разберем, короче, эти постельное белье, комплекты. И покажем. Давайте еще покажу вам магазинчик наш. Вот колясочки. Коляски у нас от 8000. Горки у нас есть. Сухие бассейны. Вот такие колясочки. Вот золотая такая коляска. И это, все коляски, все товары вы можете найти ВКонтакте. Подписывайтесь на Инстаграм, там у нас лотереи, конкурсы всякие. И вот прямые эфиры включаем в Инстаграме, когда приход у нас идет. Будете знать, что пришло к нам. В общем, все, постельное белье достали. Вот они. Тут получается комплекты на овальную кроватку и на прямоугольную кроватку. Есть просто бортики. Вот они, постельное белье. Вот такие расцветки. Все-таки снова покажу вам расцветки колясок Фу-Фу. Аналоги Дуна. Вот серая, черная, синий джинс, розовая, красная. То есть собирается она в автолюльку. Сзади механизм. Ну вот здесь вот вышла ссылка, короче, как она, что складывается. Посмотрите. Сейчас тут отпарим коляски. Но сегодня еще должны приехать, в общем, матрасы, автокресла, возможно, кроватки там, ну, которые недорогие. И тоже включимся, покажем, что пришло. Вот опять у нас приехал груз. Приехали у нас кроватки простые по 2350. Очень много матрасов приехало. Очень много автокресел приехало. Запаслись на пару недель. Так что сейчас будем раскрывать это все, взрывать, смотреть. Автолюльки приехали, да, еще. Держатели балдахина, там ортопазлы, очень много всего приехало. Все вы можете у нас найти ВКонтакте, все наши товары. В Инстаграме часть товаров. Ну, YouTube это просто мы обозреваем. То есть вот они. Короче, очень-очень много всего приехало. Так что сейчас будем вскрывать. Итак, у нас прошло уже часа полтора. Мы ни хрена ничего не сделали. Чуть-чуть разбираем. Время что-то вообще быстро летит, ничего мы не делаем. Приехали, в общем, коконы, приехали автокресла 2950. Ну, много кресел приехало, матрасов очень много приехало, я вот вам говорил. Защитные маски приехали вот такого плана. Нам для работы. Вот так вот будет. Красота. Сейчас пока никого нет, людей нет, можно и без маски. Наверное. Никто не знает, где правда, так скажем. Вот, приехали автолюльки красные, синие, серые. Автокресла приехали вот такого плана под 5900. Вот такие приехали автокресла. 400 они стоят. От 0 до 18 килограмм. Эти от 0 до 25 килограмм.
Эти от 0 до 36 килограмм. Еще у нас есть TikTok, тоже там подписывайтесь. Всякие сборки, разборки колясок, показываем коляски. Вот, это кокон трансформер. Здесь получается, можно как валик использовать, просто матрасик можно использовать. И кокон 1850. А это просто кокон 1200, двухсторонний. Держатели балдахина 360 рублей, универсальные, хоть на круглую кроватку, хоть на прямоугольную. Дальше, что дальше? Матрасы 200, овальные. Тут получается, с одной стороны кокос, жесткая прямо, с этой стороны мягкая, ортофайбер. Съемный этот, на матрасник. Вот такой размер, 1,25 м на 75 см. Порядок у нас на складе так-то. Здесь у нас вон кресла, вон сколько матрасов, куча матрасов. Овальный 200, круглый 1500, трансформеры 2300. Здесь у нас картон. Это у нас из лотереи. Вот из лотереи тоже домики. Так что подписывайтесь в Instagram, участвуйте в лотереях. Можете выиграть коляску, либо там автокресло, либо всякий мелкий товар. Вон сколько беговелов у нас, обувь. Здесь у нас коляски. Здесь у нас вон куча обуви. Здесь куча электрокачелей, вот таких, по 7400. Вот здесь она выскочила, как она выглядит. Ну вот, склад почти заполнен. Вон сколько автолюлек. Короче, очень много у нас товара. В общем, все, сейчас, что тут уже, все показал вам, сейчас все примем, все разложим, уже места некуда раскладывать, и, ну, давайте, до следующих встреч, давайте, пока. Че вот, как с этого сейчас приделать? Пока. Пока. Вот такой талакар, тут уже рулем регулируется, ну, поворачивается, пищалкой, 2700 рублей. Наталья собрала коляску Белека, черная с голубым. Тоже диски голубые. Вот такие синие-голубые. Автолюлька черно-синяя. Вот, получается, у вас эти поставили уже это. Ну, ребенок не выпадет. Снизу защелки, получается, отцепили. Убрали вообще назад. Вот так вот. Все. Талакары. 2700 рублей.